Да почему ты, Кочуга, я так и ничего не видел, кстати. Ты там писал? Так, рыбу сейчас справа поставим. У почты. Поясните мне. Я пишу что-нибудь в рейд, посмотрите, там шмотка. Я не могу линкануть шмотку. Давайте, подходите. Клубов по рейду. Так, у нас будет 5 хилов. Косина в ДЦ, я в холли пале. Пижон в эрдру. А нет, пижон, не надо. Не подожди, раз, надо или не надо? Нет, не надо. Чек на бафы. Подожди. Виталий, где ты? С ноутбуком. Бафы тебе, Тельеза. Все прошло с ноутбуком. Пристабав интеллект. Пристабав еще раз обновите. Все, все подтвердили готовность, пошли, спускаем босса. Свой-то. Станешь сама? Ну, шамана убивает в рейде. Да, Синдра. Нет. Дайте бафы по Гекаде. Бульдог, пой маны после притяжки. Побежали, притяжка. Так, графит, СС кинешь на матрёху. Удивали на пижона. Метки вперед выносим, дистанция между метками, так. Анакель, два танка. В метках. И скажу, какую слить метку сейчас. Звездочку сливаем, справа падает бомба. Сливайте метку. Звезду сливайте полностью. Протопал не умрет. По центру падает. Забежали за глыбу, сейчас звездочку сольют.
справа падает бомба. На крельс ловишь. Слева падает. Не бейте склеп с войдом. Ё-моё, 70к. Сливайте метку. Притяжка, готовимся. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь... Всем привет, ребят. Привет. На комбо. Долго еще? Долго еще. Еще долго. А что такая тишина, варка? Потому что бьем босса. А тут эти заново. Давайте метку вперед выносим. Синдра? Да, Синдра. На Кирелис ловит босса, по центру падает. Прячемся за центральный склеп, отбиваем левой и правой. Левее падает бомба. Еще левее падает бомба. Стопайте по глыбам. Склепа не бить. Какой-то приз нехороший. Ну. Повезло, так бы долго по всем РДДшникам. Пижон, подымай Бетельгейзе. Какой-то нехороший прист кастовал пытку в склеп, где было 30к хп. Это нормальный? Стали в череп. Идеален под босса. Не первый. Милики отбежали от черепа. Сливайте метки. Давай, матрёха, подымай войда. Матрёха под босса. Милики отошли. Метку не бить, сейчас будет притяжка. Не бить метку, ждем притяжки. Не бить метку. Не бить метку. Все, сливаем метку, давайте рост. Пулпер под босса. Милики отошли. Сливайте все метки. Следующую в сторону. Бомдоп в сторону. РДД, слейте справа метку. Следующий под босса. Не реварен под босса. Даю каплю, прожмись, милики отбежали. Отлично. Давайте под босса следующий неси, притяжка будет. Милики отбежали. Кто это у нас там? Мутант замораживает склеп. В сторону уносите метку. Под босса метку. Подобьем. Надо. Да не, мне стаки беспокоят. Не хочу, чтобы никто не умирал. Свободно. Т
Так, покоритель. Клык на мейн, на оф. Там же на мейн вроде протопал, да? Ну, на криэле что там? Да в смысле не нужен, ты угораешь? Там с нормой есть. Ну и так за ИП ходим сюда. Мотки не нужны. Ребята, вы на лите? Не. Мы на чем сейчас идем? На чуме. Чему последнюю осталось поставить? Сучка толстая. Я ж через себя перекинул. Не, я видел, как ты два раза умер на боссе. На свете, на Сендре. Так, на одном, что ли? Это разные боссы. На каждом по одному. Да это хилы, слакеры. Погнали бить трэш. Наверное, да, я прослакал, извини. Добейте, добейте, шарваны. Давай посмотрим, что будет. Да я останусь по-любому. А можно вопрос не в тему? У нас ИВК еще будет? ИВК? Да. Не исключено. То есть очень может быть, да? Да, все может быть. Да, скорее всего, вряд ли, понятно. Хочешь, я заберу? Не, я-то хочу, я поверь собираю, в принципе, на плаще был, мне больше по-любому никак не светит. А, бой. Бой, там и после десятки цинка пошли куда-то. Да, ты думаешь? Я думаю, Джерин тебе соберет на плаще. Я собирал уже его там. Больше не будет. Ты не выбил плащ? Ну, мне он не надо. Это хостовар, зачем мне так плащ? А когда ты собирал? В пятницу, что ли? Вчера. Что, вчера было 2 РС и ВК? Да, а на ВК было только в 20 тел. Вау. И что, прошли, да? Да, 20 тел, 4 вагона, дамажили только 10 человек, один вайп на Джераксисе, потому что хилы донари были. Убили. Там вайб был из-за того, что три метки подряд не захилили. Да не, я не знаю, там холипал вообще, ну, Диана была за холипалом, что-то вообще ХПС, как у Войда, за, ну, типа, её ШП догонял по ХПС. Холипал. Проиточечно хилит, как бог, я не знаю. Не сагрите трэ, не сагрите вы эту какую прелесть. Захилите сразу, я встану. Нет, нет. А чё рейд не хилится?
На трех подхиливай рейд. Так я и гимн. Юрит, хили рейд, ё-моё, дайте гимн отхил. Воу, крас. Хорош. Нет, что-то пошло не так, блять. Короче. Встаем, бежим. Я не хочу оправдываться, блядь. Но на совете, блядь, на Синдре, это ну не я. Никогда не падал. Там просто БКД. Никогда не хилила. Давай живем, короче. Можно выжить. Так и скинуть ни хера себе, она по 9000 тикает. Как, блин? Да, вот я тоже чё-то забыл просто. А ты там гнома не убили. Хилься, хилься, она греет. Хиль, чё ты делаешь? Слабак. Даром смерти не пробовал Войт играть. Какой удар? Да не смей. По 10к, то чё не хилится, да? Вот 10к раздели. Да нахуй мне делить, я знаю, я играю в ДК, чё ты мне рассказываешь? В смысле, просто чё ИП? Пошёл в жопу, стаки собака вешает, блядь, хил урезает. И чё? Надо рестер шаман в этот, в ЦЛК. Тут не в танках дело, тут просто не хилили рейд. Ты ещё ИП ты дал? Могу зайти хулипалом по-божески похилить, но... Заходи. Пусть не да, я ТП-шуски. Только не улетай в вальки и хиль танка. А у нас фурик есть еще? Нету фурика. Зачем фурик? У нас же два фурика были. Процентный. Кто еще 5 крита дает? Не, вот есть. Броню урезать. А, ну это можно уже вроде. Пускай рога броню ломает, но все равно не дамажит. Так и пилок будет. Да, кстати, рога все равно не дамажит. Может броню не порезать. Давайте шкафсом на нем ДД и хулипал сейчас. Смотрел, кто бриллиантовый полицейский. Рили, смотрели. Вы помните момент, когда он коридор в магазине словил? Руки на асфальт, говорит. Тут нет асфальта, говорит. Ну тогда руки на лапшу. Ну кто смотрит на лапшу? На какую? Скуру или зверь? Пошли агрить. Вонючку там. Подождите, агрить не дам ничего. Хорошо, не агрите. Так я не могу, у меня багается. Багается правосудие. Ладно, это доспит, психули. Можешь агрить, я отхилю ману себе. Каску бафните шамана. Ну пиши в чате, не окрели. У него трафик заканчивается, бедный человек. Собак как-то по-другому сделали, да? Что трэш по-другому выходит. Нихера себе, по две голды с них падает.
сзади ловушку запустили. Еще одна. Так, 3 ШП, 2 Элема, а, ТНГ, 3 ШП, Элем 4, 2 Совы 6, Хан 7, Протопал 8, и Графит 9, выходите на рейндж. Либо справа. Где? Вот, поставил. На башню, где без табак. Сейчас, подожди. Все, начинай. Перебежали за спину рейд. Блин, сказал же, что на дистанцию встать. Пижон, Нереварин, Лизни Тотем, 3 ШП, Графит, Хант, Протопал. За спину в рейд встали. Сейчас отведешь его в центр. Сейчас будет большой слизень в мелизоне. За спину перебегаем, рейд. Так, накрели. Забирай ты, ё-моё. Один на рейндж. Пижон, поднимай бульдога. За спину перебежали. Выходи на рейндж. Блин, вот, перебегай вместе с рейдом там, в другую точку, чтобы мы не перебегали под 1000 раз. Так, Бетельгейзе, Александра, на рейндж выходите. Поклонской бабл прожми. Как вы дохнете вообще? Они стоят неправильно. Дистанцию набирайте, что ли. Поднимайте. Да, поднимай Графита. Нереварин, Мерилин, Матрёха, Вивальди. Бульдог в тучку. Уход в тень, на тебе стаки.
Поднимайте рейд. Сейчас поднимается рейд, и мы даем фулл баф по нему. Тресты по 2 милу уже отходите, дистанцию набрали, тучки, уход в тень. Вивальди, Мерлин, на рейндж выходите. Элисандр, где глыба? КД. Вивальди, давай гимн от хила. Бля, что с вами такое? Там очень лагает. Почему вы все время по кругу бегаете по всей комнате? Почему вы, блядь, встать не можете в одном месте? Надбегаем к стене, взрыв пошел. Бежали к стене. Да я не знаю. Просто ножа не двигается. Над кем лужат, те отбегают, а остальные стоят дамажат. Бульдог и Вальди изначально встали, блин, под между черепами. Прям в центре лужи, где разливаются. И Вальди так и застрял там, не смог выйти из этой лужи. Бульдог метался с одной стороны в другую. Сейчас в конце вообще просто перебегали вот кто куда. Все в толпу сбегались. Ну, Вивальди, ну так ты изначально должен стоять. Ты видишь, колбы выливаются? Ты должен стоять на грани между двумя лужами. Ты видишь, с одной стороны выливается, бежишь в другую сразу. Конечно, если ты встанешь посреди этой лужи, ты не успеешь выбежать. Поставьте, пожалуйста, тотемы в центре. Лизнешь? Сам лизни. Джерин зашел, нахватало, чтобы просто уфиться, походу. Что там по бафам? Кому бафы? Дайте каску Ханту. Да, прото какой-то баф для босса. Дайте каску. Анаклей, дай каску. Полтора часа тебе уже говорят, потому что его нет в РК, надо ему написать. Ты сейчас третий раз пишешь, говоришь ему. Я первый раз так говорю. Джерин, раздавай кресты, я каски буду бафать. Так я уже дал крест. Все. Чек на пул. О, не чек на пул, а макрос на пул. Слышал.
А какой вообще ДПС был на сорке, кто-то помнит? 120. 120 вообще ДПС? 120. 120, да? Мастер, блять. Это ж, ну что, прожал на себя Боб? Кто? Ну, на Кириэле. Наверное, он и прожал. Не знаю, но он стаки не скидывает. Никто не умер. Я еще и каплю дал ему. Ты всегда был моим любимчиком, как и Ганиламорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Так. Прист, Лок, Арканмаг. Можно этот черный убойник попробовать? Что это за хуйня такая? Будешь пробовать варить, будешь жарить? Но, блядь. Полусырой, нахуй. На драники пустит. А КВ хоть какое-то было вообще? Ну, на этого, на великана. На великана. Я вас понял. Блядь, я бы все отдал, чтобы ты чисто попал. Зачем? Да в кухне люблю сидеть. И дома себе одну завел, да? Резиновый. Предлагаю сумку на кухню. Хорош. Так, мы будем переводить сразу на вторую фазу. Никто ничего не стопает. Идеален только проклятие. Повесь, пожалуйста. Три хила? Да, три хила пойдем. Идеален и этот. Хорошо, можно в четыре пойти. Как Осина в ДЦ тогда спекнешься. Просто спросил, сколько хилов. Ладно, давай попробуем три хила. Да не вывезет их, асарь. Зачем пробовать-то? Что, выпить охота? Надо делать. Так, что там, как Осина спекнулась? Чему больше? Может, назад вернемся, комбат скинем, и тоже жук застрял. Жук. Матрёха, пошли. Алло. На тебе жук. На тебе жук. В смысле, я вышел. Ну ладно. На Матрёхе жук, если что. Вот он. Он. Где? Смотрите, вот он. Я его хуярю. Просто из-под пола вытянул. Ой, лол. Текстуру баганы опять. Давай, собирайтесь возле профа. Сейчас я что-то укажу. Вот. Этот человек вчера был виноват из-за того, что не хватало ХПС. King of Paint, ты тут? Опа.
Крали как черный волк, черный волк. Хилило, как шипа захлепал. Он бабафок. Так, мы в 4 хила переведем фазу, как думаете? Конечно. 320. King of Pain, ты здесь? Почему ты прыгал? Я отошел опять. Все, теперь можно стопать, да, Мак? Да, кидайте СС, на кого говорил раньше. Все, давайте чек на пол, тогда будем стопать. Анакриэль, садись в куклу, походаем ее. Пускай накопит энергию. Вот эти, этого уродца. Что-то я думал, мы не будем сразу бить. Что именно бить? Так мы переводим или нет? Нет, не надо. Стопайте по профу. У нас минус 1 ДД и 4 хила. Стоп по профу. Профа не бить. Сейчас вылезет зеленый, будем бить и зеленого. Будем встать в одной точке. В звезде. В одну точку мелики встали, РДД сзади, ДД подальше. Добивайте зеленого слизня. Блин, надеюсь, тебя хватит энергии, чтобы замедлить все. Переводим в Руфа. Не добивай Луну. Сколько там у тебя энергии? 75, нормально. Давайте все к столу, смотрим свои дебафы, по дебафам бьем слизней. Под столик. Все, погнали бить этих мобов. На ком красный дебаф, сбегайтесь к цели зеленого. Так, на графиты сбежались в череп. Ух, какой коварный. Добивайте зеленого, в череп сбежались. Нет, Бетельгейзе. Пижон, поднимай Бетельгейзе. Зачем тут блинкался туда, где нет толпы? Я думал, что вы стыгнете. Надо блинкаться в толпу. Колбус. Хил. Найте бафы по магу. Зеленый сейчас будет. Давайте, веди опять. Красный. Красный. Ну и тем лучше. Давайте в красного сыграли. Кокосина или Санда ловит пельмени колбы. Хорош. Сейчас колбы под профом появятся. Отведешь к зеленому. Отойдите от колб. Выходит зеленый слизень, милики все в одну точку. Все, в зеленого переключились. Пельмени в центре идут. В звезду встали милики. Бьем этого слизня. Не повезло. Давайте быстрее, милики в череп, быстрее. Да, тоже свет прожал. Никакой тучки, бейте этого зеленого. Пельмени, опять и колбы. Внимательно смотрите. Выходит красный. Давайте в красного играем. Пельмени идут в красного слизня. Красный, приключитесь. Так, у нас 6%. Стопайте по профу. Зеленого будем ждать. Не бейте профа. Профа не бить. 3%. Милики не бейте. Играйте только в слизни.
Звезду встали. Бьем зеленого слизня. Пельмени идут в центр. РДД, смотрите. Милики в звезду, не бежать к зеленому слизню. Все, сбежались в череп. Все замесли. Нет. Очень сильно. Все, давайте, давайте. Добивайте профа, ничего страшного. Переводим профа на третью фазу. К столу уже, веди сейчас. Давайте, к столу, все к столу. Смотрим дебафы, давайте к звезде все. Давайте рост. Пошли бить слизней. Рост дайте, шаман. Юрий, да, рост. Нажал КД. Не КД, а лак. Лагает вообще. Элисандра, глыбу прожимаем, в череп сбегайтесь. Вальди, давай гимн отхил, давайте, ничего страшного. Смена цели красного. Вальди, гимн отхил. Поклонская, даю тебе боб. А, у тебя КД, блядь. Все, добивайте зеленого. Так, спокойно, ничего плохого не вышло. Поднимайте Джона. Давай, я сам стану, подождите, готовьте, захиливайте. Давайте, захиливайте. Подымай бульдога. Трёха, подымай Лиссандру. Забирай, Поклонский. Он не услышал тебя, Алекс, меня нужно поднимать. На трёха, подними бульдога. Я Александр поднял. Олег, я завис, подожди. На, пижон. Я уже запутался, короче. А, захилить? Ну где? А точка, блядь, где? Ну, блядь, как бы лагает, я ничего тебе не говорю, но, блядь, я прожимал ее. Ну ты сам, ты видишь, что ты в другой части комнаты лежишь? Да что я сделал? Да все, тише, подожди, надо убить босса. Забери, Анакрель. Бля, у меня нету дивана, Поклонский, давай на Войда. Хорошо. Сейчас я буду таунтить. Я буду таунтить, ничего страшного. Бля, зачем? Зачем? Зачем мне диван дали? Сейчас я стаунчу. Таунти. Войд. Сейчас еще раз таунчу. Таунчу. Таунти на себя опять. Затупки. Ну, ДПС нормально. Плащ на мейн. Покоритель. Грандиозное чё, 25 ге. Блядь, ты что, кикнул меня? Синдофейн. Что с тобой случилось? Ты кикнул меня, что ли? Ну да, ты ж не заходишь. Олег, сейчас я зайду. Это с интернетом сейчас. Что ты говоришь? Сейчас я зайду. Что-то выяснит, не знаю, может перекрывается ноутбук. King сейчас. Of Pain, что ты сказал? Я не слышал, King of Pain. Все, все, я зашел, я переехал на другое место. У меня с интернетом проблемы были. Большие-пребольшие. Вас вайпнул нахер. Верим, приверим. Переехал на другое место? Ну, блядь, общага, я в другую комнату переехал. Кваси с Wi-Fi, нормально.
Так, кто может подиспелить чуму? Раз, два, три. Надо, давай пойдем 4 хила. Какой сильно спекайся в ДЦ по чему подиспелишь? Офигеть. Джерин нанес целых 85 тысяч. Я скажу, на кого СС. Бедолей за тут. Захожу сейчас, Олег, а то минут. Давайте, я станю кружок, поклонский ромбик, накрель, трусы. Страх. Ах, ты тут? Сколько мы идем уже? Час 55. Хорош. Олег, какая-то ошибка, сейчас я попробую ребутнуть него ноут. Ну давай 24 попробуем убить. Да зайду. А 3, не 4. Давай 4 не убить. Бульдог тут. Релогнится есть у меня? Или запускаем? Ну, бульдог афкашит, зайди, релогайся.
Вы уже начали? Нет, еще, фукашит. Ты зашел уже? Захожу тогда, ребут делал. А чё, Морхолланда ещё не запиздили гопники? Как видишь. На офисе сейчас же Легион, да? Ну да. А нахуя, сука, серф Легион? Пиздец просто. Шкаф сломайте. Видать, спрос есть на него. Было поставьте шкаф с умением мага. Какая-то земельная программа Razer оптимизировала систему. Все, баф от мага, чек на пул. И шо, ты дорожку внюхиваешь? Да по-любому, блин. Джерин, ты тут? А вы заметили то, что Джерина на профи перехилила 2 хила? А, его когда перехилит, он всегда молчит. На профи полипал не так хорош, как... Конечно, там Ардур перехилит точно. Это тема обязательно. Блин, Юрий... Бля, Юрий, что ты подтвердил готовности в Долоране делаешь? Лизни тотем, пусть спикнется. Сум, отошлите. Выслал почты России. Приходит Сум он или нет? Да не придет. Почему ты такой тяжелый? Юрит. Да у вас нет ману, залейте. Залейте шаману, резни тотем ману. Сейчас и будет, подожди. А он мне говорил, у меня второй спик Элима повыпает, блядь. Наебал меня. Сейчас бой начнется. Все, заткнитесь все. Сейчас бой будет. Ебать, да что за лаги? РДД, ловушка, перебежали. Не обязательно говорить про лаги. Играй себе. Чума 3 секунды. Шедумором, чума. РДД, ловушка. РДД ловушка. Чума 2 секунды. На трёхка чума.
РДД ловушка. Подводите или чё? РДД ловушка. Чума 3 секунды. Готовимся выносить чуму. Мутант чума. РДД ловушка. Застанил тебе шаркаря с берсой. Хиль тебя накрели, да, уже каплю ему. РДД ловушка. Go for it. Это ГП, блядь. Не согласен. Пиздец, конечно, это видели это все? Да. Ладно, давайте на край 1%. Ловушка, смотрите, милики, РДД внимательно. Чему просто... Это... Ну, блядь, выносите в шаркаря. Хотя нет, не выносите, падаем. Находим луж, падаем. Там валим по трэшу. Марс не в Венере, блядь. Юпитер не в Сатурне. Хуёвая хуйня получилась. Давай, может, я тихонечко потанчу. А на криле ты нормально все там у тебя? По Клонскому весу получше потанчить. Ну ты понимаешь? Ты что-нибудь вообще понимаешь? Вот когда через нормально пишешь через А, вот тогда хуйня у тебя получилась, правильно? Посмотри, блядь, видео какое-нибудь. Ты должен быть посередине между РТД и медиками. А ты к нам ближе был почему-то. Шел спиной вот в этот стол, блядь. Ровно к порталу спиной тебе сложно идти, что ли? Понятно, что ты не ждал, только ты криво шел. Справа у столба рыба.